Всем привет, ребят! С вами Андрей. И сегодня мы откроем 9 скрепышей. Да, ребят, сегодня мы откроем 9 скрепышей. Я уже одного скрепыша открыла. Это у нас груша. Это такая небольшая игрушка. Груша. Поэтому сегодня мы откроем всех остальных скрепышей. Да. Да, ребята, а перед началом этого видео не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Да, ребят, если у вас тоже есть скрепыши 2. Да, ребят, все очень хорошо, все очень просто. Вы нажмите на лайк, если у вас есть скрепыши 2. А если нет, купите. А есть скрепыши 2. Такие классные. И, короче, очень интересные. Короче, откроем наш первый скрепыш. И здесь у нас прячется рыбка. Рыбка, посмотрите, ребят. Тут такая рыбка. Это рыбка. Вот так может делать. Да. Их надо обязательно прицепить. Это новые скрепыши. Это 2. Топ. Открываем дальше. Дальше у меня есть снеговик из мультфильма «Холодное сердце». Да, ребят. И дальше открываем. И я еще не знаю, кто это. Ребят, напишите в комментариях, кто это. Я-то сам не знаю, но вы напишите в комментариях. Я-то уж не все это знаю, мультики Дисней, ребят. Ребят, повторка. Так. Ребята, опять груша. Блин, ребята, нам что-то не везет, нам что-то новенькое. О, ребят, посмотрите. Это какой-то смайлик, у него взрыв мозга. Ребят, я такого не видел. Так, и последний скрепыш. Здесь у нас... Ого, ребят, пиратский флаг, ребят, мне повезло. Нет, это у нас не последний, вот последний скрепыш. И здесь у нас какой-то такой зеленый друг. Вот, поэтому, ребят, посмотрите, сколько скрепышей стало. Вот у меня есть такая юбилейная, это магнит, да. Вот, у меня попалось 2 груши, 1 с маликом взрыв мозга, 1 рыбка. 1 пиратский флаг, вау. И мне попался один такой зеленый, я не помню, как его зовут, но он похоже вот этот. Да, это этот. Также сонный мишка. 2 снеговика повторного. Как оно, Хэллоуина. Вот этого я не знаю, напишите в комментариях. Ну и вроде бы все. Да, ребят. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, напишите в комментариях все-таки, какой вот этот скрепыш обязательно. Ну, а с вами был Андрей. Кому понравилось видео, жмите лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Андрей. Кому понравилось это видео, жмите лайк. Всем удачи и всем пока!